можете менять размер мини-карты и переключаться между и компасом, удерживая левый Alt. Я слышал, что здесь солдаты действовали, особенно мерзко. Мерзко, а как это еще можно грабить и убивать? Мы тоже так делаем. Боюсь, я слишком упростил проблему, чтобы ее мог понять наш недалекий кучер. Эй, я тут ни при чем. Не забывай, это прирожденный жулик. Если он с умным видом о чем-то говорит, это не значит, что он что-то в этом того. Этого. Это мост такой. Значит, нам туда дорога. Брестская улица. Погоди, нас ведет. Боем взяли город Брест. Город ведь прошли. И на последней улице название прочли. Какие-то здесь зверьки какие-то. Ну кто такие? Зверьки. Лошадка, куси белочку. Долгая история. Ну хоть тепленько здесь. Мы все еще двигаемся на запад. В поисках сокровищ и действенных чего-то. Мы едем в правильном направлении. Это как его? На дикий запад. На дикий запад в правильном направлении. Вы же издеваетесь, что ли? У них там труп, наверное. Все. Провал. Вы сбились с пути к Нагорью Паркова. Контрольная точка. А мы думали здесь, как в Скайриме, можно сидеть в повозке и не фигулечки. Господи, опять одно и то же, господи. Ты это дерьмо придумал и так. По 10 раз одно и то же проходить. По 10 раз. Решили всего до последнего. Вот опять какие-то суслики. А, белки. Рыженьки такие. Особенно мерзко. Сейчас опять собьемся с пути истинного. Белка.
on a chaque déjà réintéressé à lui. Bien l'expliqué. Ну, ты издеваешься, конечно. Кто это придумал? Нет, мы не будем смотреть, кто это придумал. Это такой вот вопрос. Вам жарко? Это указывает челонку. Чтобы избежать перегрева, надевайте соответствующую. Чего? Нам жарко. Ой. Перегрев. Видите, как все сложно. Выживать там, на Диком Западе. Нам еще там высаживаться скоро. Вашингтон там это самое пройти. Потом это все. И пойти на Дикий Запад. На Дикий. Как собака. Хорошо, что они уже все оружие свое отдали третьим лицам. Проще будет. Что ты там, кстати, делаешь? Готовлюсь вместе с тысячи лестников с жирным. Все лучше. Вот, забирай. Я, наверное, уже с закрытыми глазами могу. Ладно, спасибо. Пять тысячелетников. Найти самые разные растения. Справочником надо. Справочник хранит информацию о мире, которую того. Справочником надо. Тысячелистник. Удерживайте F1, чтобы узнать подробности. Такой вот расслабончик. Сосенки. Лошадки. Эти какого? Белочки. Какой-то крупный зверь еще бежал в горку. Зачем там? Видишь, что такое-то? Движуха какая-то. Волки, небось, сейчас нападут. Так.
Além. Ai, kita kemarin oleh pihak kemitraan ini. Oleh pihak teroris. Si Guam dari Sohon. Jadiyo, keren nih, Amerikansa. Nah, itu pistus nih, Amerikansa. Matang keren nih ya. Я ошибся, хозяя. Джентльмены, мы того. Теперь пора подумать о процветании. Мы с Артуром были, все шло прекрасно. Потом Ника отпил. Мы все совершали. Хозяя. Я уберег нашу банду. Сберег наши шеи. Мне недолго перед смертью я хочу, я тоже и в Петове, Гризли, в Западе. Знаю, брат мой. Сберег. И через, надеюсь, так и будет. Ты просто посмотри вокруг. В этом мире есть чем себя утешить. Я собираюсь нанести визит. Попробую заключить какую-нибудь выгодную сделку. Конечно, давай, давай это. Сделку того. Выгодную. Вообще на полушубке летом ходят и ничего. Нет, это даже не полушубок. Это дубленка. Так, митинг. Больше 4 не собираться. Что вы тут устроили? Так, что за работу? Дядюшка пастор. Вы больше не пассажиры. Теперь каждый из вас должен зарабатывать себе на пропитание. Эта дорога ведет к городу. Он называется Валентайн. В нем полно и грязи, и подходящее место для поиска. Нам нужна еда. Хорошая еда. Каждый день. И помните, что бы вы ни нашли, Магер получает свою долю. Это правильно. Это правильно. Общак. Девочки приготовили вам двоим того. Уверен, все будет замечательно, мисс. Все так и будет. Все, кроме моих денег. Ну, деньги мы всегда можем раздобыть. У нас того. Этого. Свои палатки вы можете поспать. Побриться, сменить одежду. Или хранить чего-то. Палатка. Глава 2. Нагорье подкова. Через пару недель. Мы спустились и поехали.
Brasil несмотря и прочие неприятности. Артур, хозяя. Надеюсь, что вы поддерживаете статус. Ешьте, пейте, отдыхайте. Статус, что еще какой-то тут. О, озеро. И Штраус вернулся, а на лице у него, я уверен, которые теперь должны его денег. А можно как-нибудь это пропустить? Все уже пропустилось. Так, Лера, мы справочник обновляем. Ваша борода сильно обросла. Чтобы привести ее в порядок, вы можете использовать набор для бритья рядом с вашей палаткой или зайти к цирюльнику. Держите F1, чтобы... F1, чтобы... Боеприпасы. Повесить. Очень надеюсь, дальше. Господи, как медленно. Если бы еще знать, где наша палатка. Ага. Не трогай, что тысяч отдалить, перевернуть, перевернуть. И тысяч отдалить, и не трогай, что перевернуть. Выбрать другую одежду, ящик для оружия. Головные уборы. Костюмы. Стрелок. Стрелок летний. Стрелок зимний. Бандит Гризли. Дебошир. Злодей. Фонтовщик. Свой костюм.
Любить то можно.
живеш сериозно, неподалеку. Она останется серьезно, если вы позовете. Можно. Ага. Не хочет. Почему так?
Thank you.